Что за странное существо мы нашли этой осенью в своем бассейне? Это лайтовая версия ужасного водяного клопа белостомы, который с легкостью прокалывает человеческие пальцы. Называется он обыкновенный водяной скорпион. Этот хищник охотится в воде. Обычно он сидит в зарослях растений и поджидает свою жертву. Он выбирает подходящий момент и хватает ее своими цепкими лапищами. Потом скорпион протыкает жертву жалом и медленно высасывает ее внутренности. Встретить этого охотника можно в любом пресном водоеме. Если тебе интересно узнать, как скорпион попал в наш бассейн, и посмотреть, как он охотится, то на нашем канале есть два больших видео про это. Ссылки оставим в описании.